дравларын күнді дауыттар. Көрсігер үте күмітінен. Бұйылғы сүз сыллақ, үбірейдәқ сылбыт, арастағымнақ бәле түгендерінен бай болды. Олардың бір бастыңнара, сақабыт серін бастықы үрдік өреғын, Максим Кирович Амосов атынан Сақа Сударстваны университетін, физикаға, онна математикаға факультетін, түнінші 972 сыллаққа, олата үйенарын анарат түгір бітербет ұпысниктар көрсігілері болыр. Беребет әджеттара, республика сайдытығыр, бәлерін ұғылучу тұсқылаттарын келлер бет жоннор. Онон әйге білер ұтықтыр жоңын. Ол күрдің. Николай Христофорович Горохов, Саха Республикатын Нұротан қайыстығын төлі әулігеті, намылуғын онына бастықы құмыстақ нәйлеген үті қолықтығы. Здравствуйте. Күчкина Екатерина Ивановна, Саха Республикатын үйрегірейтін тұйығына, мәңғанғылы сұлуғын екіс нағыра нәйлеген үті қолықтығы, Саха Республикатығыр оғыну әбей өрәқтәңе қылады Геннадий Васильевич Кононов, Саха Республикатын Нұротан қайыстығын төлі әулігеті, үйе білі ұлығын үті қолықтығы. Нұрағыларын күнді көрі Василий Алексеевич Кулагин, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Алекминского улуса, потомок государевых ямщиков. Здравствуйте, дорогие телезрители. Людмила Панкратьевна Шадрина, ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Саха-Якутия, кандидат физико-математических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской Академии наук, член педагогической династии Шадриных Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Он же кинди доктор мин берине нучалы сахалы итагам халгы Филипп Петрович Пестряков, Саха Республика Нұротан қайыстығын төлі Саха Республика бечетін тұйғына, амма ұс алдан ұстарын ұты қолықтығы. Хұрналыз. Үйде күнінен. Евгения Саяна Михайлова, Максим Кирович Амосов атының Хотуглу Ленин Федеральный университет президенті, Российской Федерации үтөлі ақучутала, педагогы білімін доктора, психология білімін кандидата, Саха Республикатын ұты қолықтығы. Үйте ғасырданын күнді көрәчілер. Де күнді доғыттар бұ күрдік олы сендіреңі ғыдеттарда қолыр ұбыт, оны білен тұрар, бейгі бүйіңі бейре біт, қаяндағыны жекті арайыларда, сонунларда болуға дейін мен олы қарелі бін. Әйге манна бұ университеті бітеріп біт, әме үгіз көрі әтші көрін олар болуқта қыт, онан же әйеғі білен тұрар олы сендіреңі болуқта. Че қайдық терінен бұ әйге күнді доғыттар ғыджеттар бұт бұ бір курс күт оттағамай арағат салайар жағар кейді білен тұр Евгений Саевны болуға. Онан староста Филипп Петрович. Бөлі қалай әтіта Евгений Саевны. Терьер білі. Женя Михайлов. Это вы меня избрали, деха. Дорогие телезрители, я уже говорила о том, что мы будем сегодня говорить на двух государственных языках. Поэтому я хочу задать вопрос о том, конечно, вам очень интересно узнать, какая же была встреча. И 50 лет назад в нашем государственном университете какие преподаватели работали, у кого вы учились, Евгения Исаевна? Ну и, конечно, о том, как же вы организовали эту встречу. Во-первых, наверное, от имени всей нашей делегации сегодняшней хочу выразить благодарность. Во-первых, телезрителям, что нашли время и слушаете и смотрите на нас. Ну и, конечно же, поблагодарить НВК Саха за такую предоставленную возможность окунуться в нашу юность. Ну и вот, как Лена нам сказала, вспомнить ту чудесную пору, когда мы все были молоды и, конечно же, мечтали о тех каких-то делах, которыми наверняка мы сегодня немножко, возможно, и похвастаемся. Но наверняка здесь все собрались в студии такие люди, которые скажут, что нет в их жизни каких-то таких моментов, которых они могли бы сожалеть и сказать о том, что вот они не исполнили. Или кто-то бы начал бы тут жаловаться, что-то не исполнилось в их человеческой и профессиональной жизни.
Лично я, например, очень благодарна нашему университету, Якутскому государственному университету. У меня очень хорошая специальность, это профессия математика. И, конечно же, математика обучает, формирует многие качества. И вот в этом плане я, конечно же, хочу немного вспомнить и выразить благодарность нашим преподавателям, прежде всего нашему куратору. Но вот наша группа М-67-3, у нас куратором был Устин Маркович Асикритов. Очень добрый, очень умный, мудрый человек. И, конечно же, многие студенты благодарны нашему куратору. Потом он стал деканом нашего физмат-факультета. И практически Устин Маркович, когда он нас покинул, когда мы учились на третьем курсе, конечно, для нас это была большая трагедия. Вот одно качество, которое я переняла от Устина Марковича, это то, что да, прогуливает студент, по утрам спит, с 8 не может на занятия подойти и так далее. А мне доверили руководить учебной комиссией. Ну, практически та комиссия, которая может определить, кто будет получать стипендии, докладывать декану и так далее, да, кто как учит, у кого сколько пропусков. В то время очень много внимания обращали, конечно же, чтобы на лекциях все студенты были. Устин Маркович очень строго на этой комиссии решал, лишал стипендии только так, если, значит, зачет вовремя не сдан или там курсовая не сдана и так далее. Потом выходил в коридор и говорил: «Коля, Калере, поехал, он хаковый беребень. Кушать же, говорит, надо на что-то». Это вот такое вот человеческое участие, оно было удивительное для нас тогда вот, тогдашних студентов. И я знаю, что очень многие наши преподаватели отличались, конечно же, вот таким своим участием. Когда книг не хватало в нашей библиотеке университетской, конечно, мы ходили и Пушкинку, и на Белинского. Специальных книг тогда было очень мало. И мы все ходили в библиотеку нашего Василия Васильевича Алексеева, к его супруге. Это тоже одна из таких больших звезд нашего университета, Тамара Фарсеньевна Самсонова. Они так хорошо нас принимали. Хотелось каждый день к ним ходить, да? Но это ж неудобно, некомфортно и так далее людям-то такие хлопоты доставлять. Но то, что вот такое тоже, опять-таки, доброе человеческое участие, конечно же, помогало нам достигать азы знаний. А как не вспомнить нашего преподавателя высшей алгебры, Семен Николаевич Семенов, да? Был такой случай, но мы всегда старались решать задачи по высшей алгебре. Иногда бывало так, что мы не могли, мы обращались тогда к старшекурсникам. Ну и вот был такой случай, что и старшекурсники не смогли решить. И сказали: вот у нас есть Сеня Семенов. И если Сеня Семенов не решит, тогда уж никто не решит у нас в Якутске. Ну и пятерых снабдили, значит, нашими задачками. И мы пошли к нему домой, наш Женькин за один. Ну и квартиру, вот студенты ж ушлые люди, да, практически все знаем. Ну и меня подрядили позвонить в дверь. Я позвонила, открыла дверь, как потом выяснилось, мама. Я спросила, ну, полной уверенности, что это студент бывший только закончил. Говорю: Сеня дома? Она говорит: нет, но скоро, говорит, придет, он, говорит, в университете. Ну я, конечно, зашла, она мне предложила чай. Я смотрю на фотографии. Много-много фотографий таких, в том числе и детских. И лицо очень похоже на Семена Николаевича. И я спрашиваю, ну, кое-как догадалась, да, спросить, а Сеня где учится? И она мне говорит: а Сеня уже закончил университет, работает, говорит, преподавателем. Представляете, вот такую ситуацию. А ты, говорит, что хотела? Я говорю: ну вот, хотела, говорю, задачи порешать. Ну ладно, говорю, я приду в другой раз. Пуля оттуда вылетела. Ну, надо дать должное Семену Николаевичу. Конечно, он никакими своими там словами, действиями и так далее, он не показал нам, что он был чем-то там недоволен. Наоборот, когда мы попросили помочь нам порешать, конечно же, он нам помог. А матанализ, да, математический анализ, когда мы всей группой, 150 человек, практически все группы собирались, все работали. Василий Васильевич, ну, помогал нам достигать азы математического анализа. И вот я сегодня знаю, что многие вот из нас, вот взять
Колю Горохова, да, который работал главой. Практически мы с ним очень много решали вопросы, которые касались бюджетов, школы, детских садов и так далее. Да? Отсюда этого аналитика нужна. Или вот наш Гена Кононов работал замглавы. Тоже очень много было времени уделено на то, что такое аналитика. То есть те способности, которые были вот у нас, молодых людей, математические, да, ну, оказались вот потом в конкретном вот нашем таком бюджетном деле. Ну, мы никогда не забывали встречаться. Каждые 5 лет, я не знаю, может, это Филипп установил, да, Филипп Петрович? Каждые 5 лет. Каждые 5 лет мы встречались. Всегда мы радовались друг другу, понятное дело. И всегда старались помогать друг другу. Вот эта наша дружба, которая состоялась в нашем любимом университете, вот мы несем всю нашу жизнь. Ну, а когда решили, что будет 50 лет, 50-летие, а Филипп Петрович решил, что это будет несколько грандиозное мероприятие. Я принесла фотографии, там, как мы заседания проводили, как спорили, как разговаривали, кого позовем. Жаль, конечно, что некоторых наших преподавателей уже нет. Мы знаем, что у них все благополучно, все нормально с их детьми и семьями. Стараемся тоже поддерживать связь. Ну, кто-то живет профессией, например, дочь Устина Марковича. Кто-то работает в нашем университете, например. Очень люблю, уважаю, помню Михаила Павловича Клычанова, своего научного руководителя. И, конечно же, вот та благодарность, которая у нас появилась, когда мы учились в университете, вот мы несем всю свою жизнь. И в любой, вот в книге мы всегда стараемся. Все, что вот мы находим, печатаем, да, мы все делаем сами за счет собственных средств. И вот когда было 50 лет нашему университету, мы издали вот такую хорошую книгу. Это ваш выпуск? Да, это наш. Это практически это мы издали. И здесь есть концепция нашего декана Егора Трофимовича Сафронова, который значит, говорил о том, что основой основ любой отрасли, любой экономики, конечно же, является математика, физика, а потом уже химия, биология, ну и, понятное дело, языки. Сегодня говорят о том, что, возможно, не только хай-тек, но хай-хьюм будет в первенство держать. Ну, возможно, так и будут гуманитарные науки. Вы же гуманитарные у нас науки, да? А я думаю о том, что если каждый, ну, любой молодой человек, который стал студентом университета, ну и, конечно, нашего университета, и будет строить свои отношения со своими однокурсниками, сокурсниками, с теми, кто учится в этом университете, но можно сказать, что жизнь будет очень насыщенной, содержательной, интересной. Был постарбегат старостагат Филипп Петрович. Бери бегу пыткихи онан. Бүгін бу береге кенім еқа көмелігі деймін нәйріне бен Филипп Петрович. Он оттан халғы кепсітер бітігер де қанна қайысқының барам дей Филипп Петрович. Еп, мандығын еқаттан беге үддәқ жоллоқ жомуттияны бөмін беге бұпыс. Тоғы Беге Хақы университетін байына кафедратын бастығы выпускник табады. Бастығы. Бастығы дейін көрутым, мәлде бастығы, бастығы дейін. Кемден ұм мәлде аспәт. Беге 2 көрске өйенді әріп тақпыдына 1906-ын ағысыллаққа Петр Никитич Токаревтен халаятшылақ байына кафедра тәбелді біде. Ол әте Кулаковская, она Ярославская, улица Быхахсуху, но которая и когда стоят у лохам мачи. Дённо, вот что того, алта факультет у Алаттара, неделя би кюнкален. Үс сылы быха. Хасад да астан ки халтарлы берем бит. Ити наха үчуэй түген, мен изинен наха кен тұттавын. Тоғы тақы бігі университеті бітірі бітігер, хәтті 12 ғылдаққа. То есть, индіне төдіс көскенеттен, Хунутава военный сбор гадил опыт. Гена Хадивита, Коля Хадивита, Вася был, да? Военно-полевые сборы в 71 году. Сретенский. В 71 году. Сретенский. Сретенский, да. А потом, через год, 8 мая, вышел приказ министра обороны Союза СССР, всем нам, кто учился в военной кафедре, присвоили звание лейтенант. И мы, нам присвоили
специальность командир мотострелкового взвода. Мы практически с двумя специальностями вышли оттуда. Ну да. Мы могли спокойно пойти служить. Да, и могли командирами, по... да? Совершенно верно. Там так и написано. Нас готовили по программе среднего военного училища. И почти на все этом... права получили тогда, помните? И права получили. Да. Счастье в том, что вот выпускники 72-го года Вася Кулагин, Толя Степанов и Филипп Пестерков попали в один полк. Вася у нас там служил в должности заместителя начальника противовоздушной обороны. Помощник начальника противовоздушной обороны полка. Я служил в должности заместителя командира саперной роты, а Толя Степанов, он в зенитной батарее служил. Это выпускники ЯГУ. Действительно, вот это был уникальный случай, когда мы попали, три однокурсника попали в одну воинскую часть. И, конечно, вот эти два года, которые мы там прослужили, для нас, я думаю, что для всех троих это были одни из самых лучших годов. Вот Филипп правильно сказал, потому что после голодной студенческой жизни, да, мы попали в рай, понимаете? Самый приятный момент нашей службы, мы с Анатолием, значит, нас по первому году службы, как только закончили, отправили учиться на совершенно новую технику. Это были, значит... Тогда появились только первые четырехствольные установки «Шилка». Это для борьбы с низколестящими воздушными целями. И мы с Анатолием почти 8 месяцев жили на Азовском море, изучали эту технику. И мы, вот надо сказать, что у нас в университете такой высокий уровень образования был, далее. Потому что мы вот эту технику мы щелкали как орешки с Анатолием, да, и поэтому мы очень быстро все сдавали зачеты, да. Когда я была избрана и назначена ректором Федерального университета, первым делом мне мои однокурсники, вот Филипп Петрович, Николай Христофорович, Коля Лугинов, Николай Алексеевич, да, сказали о том, что надо возобновить военное дело. Практически мы 9 лет стояли в очереди для того, чтобы сегодня университет мог у себя открыть, и мы недавно открыли военный учебный центр. Поэтому вот то, что было в 70-е годы, дорогие мои однокурсники, мы вот возобновляем для того, чтобы молодые люди, так же, как вы, были и физически, и морально, психологически были готовы к тому, что есть в нашей Конституции как обязанность, как долг воинский. Какие курсы, которые на интриге не джандрюримите? Николай Алексеевич Лугинов. Эмин народный гурьячевый. Нет, именно бу математика, он и физика, где на универсальный твахтар. И для тебя, чтобы бегите, это у них Аллаха бит антон, халаячи было вимит, он на раз халалага и рирахту улям билли бит антон хюддаг альбэк. Практически все. Петр Семенович. Так, тоқа үдігі әбет депутата, амма ойының халай бұта, қомсығының халай бұта, партияты халай бұта, онына ел түмен бастығы депутата, аны Иван Ивановична Умав, так, культура министерінің ұлбай атчы, так, бұлыңға үдді үшінді күлі әбіті, рекомға онына директор дәбіті Апқосқа, Галина Ивановна Скрябіне, Рупова Скрябіне, Меркалова, кені оланы, были генминистерин хобиячи дете, наука кандидата был бы то. Береги Алмасетгенбанк. А, кине тебе бите. Кине тебе бите. Оно было было, бо гена кона на вонна Коля Горох. Было улус там, мы халаячи, улус делал-то там балын хобиячи лекин. Он генналист. Ага, Николай Христофорович, кепсереде, эн улус там мы горов, сенан. Не лега мигалин бита. Общественник, гүрдәк активны кейінде олыққа общественный. Мен бұл үксе кейін ұлыстаттан олырыр. Мен адыны курсниктарым. Мен бұл арақ қоты жаңылу ұлыстан өтчілірге Дархаянске ұртысқуға тағы бітір біт, күра деревіне текел біт уалатым. Ену нәхейлі өріққа кейіп біт. Ол кейірем мен бұл бүгін кәлен маңдық бейріге күтті олыр бұттан Hudaytik asanabın, biri olur bir otçalar gibi hanıretim. Kaçtır biri baru çutallar bittiyen, bitiren var mı baru çutallı barak bittiyen. Onduk da kurduk ete baştan uçutallı barak kurduk ete bit,
Антон был эти Филипп Петрович Петенкурдук, был республика вице-президент Гартия, зампред, министр. Филипп Петрович Бейтам и министр там на Ульявике. Это Петр Семенович, он привет. Иван Иванович, бейкректор дахпте. Евгений Саевна, он Иван Иванович Новома. Роман Кычкин, беге, нехелекс, бахлыктартан халамыт, устахамыгар, Ульявипит. Теогудук, государственная служба, муниципальная служба, бубеги выпуспутуттан, Ульявит, беги, биргуэрмит, уголобут, улысальбахтар. Иты бартами, эти, инника, петтерн курдук, би учуталар быт, преподавателлар быт, отчелурдагы, агадой дөхеритин, каминага уголар. Агадой дөхеритин, гэр, кыттан кэлбетчонар, бэгатчы. Сэри ветераннара, бегин юрэпеттер, Ковалевска, эти, Алексей Василий Васильевич, он тандатат. Кинлер была бега, кидик кигили, бо эпиетнесьене, чечене болудене, киги кигили, утюсана дене братан ингер битчандар, бо бега олар бутор, студентарка. Оно была на беге нахасна, ахтабат учуталар бутамин коловор бем лично Алексея Василий Васильева нах кундютуханывен, Назаров Тимофей Васильева. Соловьев Тимофей Николаевич, куратор бытын. Алексеев Николай Кириллов, он надо югус учуталар бытын. Он оттон беги бу выпуспут мин курук ити ханывын, кидик ситилях выпуспут ханывын улухан. Били даже краты кейргатаха балайда чорбайрогус выпуспут ханывын. Он бу дёнор бы тетите и никателинне. Ол болгана бихи бу студенты халар бы теттан халан наха бир жекарген курдук этебит. Би саскы билиен пикник кенатылар. Мой опкалаттан халан эпта. Спортка теттилер. Иты военной кафедрага. Строительный трек бихи болгана пенедер бит. Эме бастыкалар бит. Саха государственный университет строительный тирятен, амбастан, тынчатогусы салтон, агасылла хасайын, баштыка тирят тирескабитер. Он икке тирят бейенете. Маркчан, он на Софим. Софим. Маркчан бенен бейдеринга депит, Иван Сергеев командирдах, Михаил Захаров комиссардах, он тынка никенюрбага депит малыкайга, чукарга, он тындатын. Котамут бачанга дилитурадде, горнайга. Да, да. Она бихи была на газификация халлыны тэрэмэ кэттэв пэтэ. Хакаэргар газификация халлыны тэр. Студентных дэмэ. Она Сергей Айкаров тэн, аджагайда, помните, да? Кандидат мастера спорта по самбо. Физика. Такой шустрый, сильный такой парень, да? Ну, была на бихиныдя, помнят отданылан, бастыкы газ улэгэттэрэ кэлэн манолох сюэрдя. Олрор дейлерін, оттырын, вагонларын, базаларын, гараштырын тұтуға. Алеша Калмогоров, Руслан Попов, Коля Нектегаев, бір бригады боламыд. Яғынна барамыд. Білеу өлі. Кеті күрдіқ, арас Қайынсқандан үллән қамсан оттын үйінен сайдан тағызда. Бұл строй терапетиті командирдіра Васинова, комиссара Рая Петрова, Никифор Мариев, Кышкин Рома бу, бүгін Катя білеген халгы капсирам ұлады. Екатерина Ивановна де капсиря халгы. Кырджік бейін сыл анра өттігер, хэттоника ғыллаққа, бейге дипломылар бұтгар бұ преподавателлер бұт, олық ұрбыттары кәлін үләбітігер, хамнас бұтыгар, олық бұтыгар, төхі бол бұтыген олық әтектін. Бәем олақ бұнан, өләбінен дейін жақшы өлбіттегі бөлетінен. Тоғы детеққа бігі кәргәмінен Роман Кичкиннің иккен бірбіт физик, бірбіт математик боламыд, сүрдәқ әтергәділі надалақ предметтері өретер боламыд. Құрық білді, осколаларға құрық бандық ендікі хүйдер предметтер ұшталдар әтепетті. Анан болатын мәйбіт түрәбіт өскәбіт мәңәбіттігер қасты осколаларға үліләмі. Сүрбе 5 сыл ұстата әдір әрчім нәқсас бұтын бігі түрәбіт ұлыс бұтығар анағы бұттан өрәбін. Однокурсница бұт Евгения Саевна Аровна өрәк. Одногруппница? Одногруппница, да. М-67-3. Аровна өрәк министр.
Те министры на Юлии Олардона, Роман Григорьевичка, вот опять тахрена и тахайбите. В республикага, эби, он эби, юрех тахин, кина, денбар. Он директор на нанарте. Сюрдах, кен, уля. И не гана, но Роман Григорьевич, ты хоту, келигас, баргас, ровно хеп тебе хен. Бо эйгера нахата был, еще веди кулилев, деген. Олах, чахчета. Юрбетчахал, уля. Мин, Антон, мин, бастан, сиен, кербитин, кирем, мин, билли, оларм, стадион, нарек. Антон, тулы, бакку, ля, тахстан. Тахстан, мин, Роман Григорьевич, терилтети, я кирдим, он... Того мин он нулявит, но того бы хай спанел бы пинен карта колгасы какие пан багаравн. Сразу мин он нулякир, так мы усалдане за нальне семинар деньги барды. Он нот олах нахачуге дик бухурдок открыт олах ахасы кеттилер. Биеге бу круго халаячалар, учталдарга кирсивет, бетхандык та туахаманды колхандык хохпот. Дихене билет остаточный финансирование гебу курдук. Но аджахайн улялектарын бағаралым. Бағалысты еге бияқын, бияқа әтенгері бия улялек біттен, әтер жоннар бәлір әте. Оны отчаларға біле наушынай исследовательский улялек ұшталдарға әрі, улаханлық барыр әте. Бұл құрға қалайатшыларға бия қоқытшылар. Бия менді улялек біттен бағарал біттен. Оның мен үлән қайысқата, ите қорқа кейран баран, әбей өрәқтәғін педагогтарын науышнай исследовательске өләға сұғыран кенлер тағымдарын үрдет еге. Оны мен тоқта науышнай степенім соқ кейбен. Просто читалдың опыт. Оны меха көмілес бүттері институт доценнера Антонова Венера Николаевна, оны Акимов Владимир Васильевич. Бе кенлерге ұлаған мақталдылақ бұд. Правильно же Катерина говорит, что вот такое отношение было, что это дополнительное образование, плохо финансируется и так далее. Кружковая работа. А сегодня-то в стране же есть понятие, что именно творчество где развивается? Не только на уроках, а именно вот в кружковой деятельности, творческой деятельности. Вот я сразу перехожу строить рядка. Коля это на гардене, бастакалар тебе. Ты мне бега бастакалар тебе строить рядка, а то на гаслака. Бо тереллер тебе тела сразу, бо мин подруга ларбан Егорова Любаны, как-то Оля Саваера, как-то Местника Вася, он на ким Тимофея Павел, Василия Улин, была мы цюрентин. Олах сразу говорит, тарды, он на гардах мне кто пара. Мет осмотр пара, собеседование пара, мне на бактер. Это он на тоха мет крал жордах была, и лырын күлір. Лекция агар онлыктен курдық. Оны керен қалып, оны өз сұлыстата сахим әтіреті керсіл дебіп бұдан, мен олыс асынабын. Строительный отряд физика и математика. Басты кіл бұтыр мене қаңалас, икі сұл бұтығар чорапчы, үхі сұл бұтыр кәбәйі. Оны олы қасыр дағыстан кеға қыс қадал тенгіргетчі үлі үләді. Оған әтеметті бұл студенттар тұту әтіреттірі үхі семестрдің әтіреті бейді. Үлі семестрі. Басты тұғы өрәнәбет көхін, оны үсігін үлі семестрігер барабыт. Оны практикады құрдық әті, бет практикады құрдық. Тұға едің оны лағырын оғыларын көттілілігін, өрәғін қайбатық оғын көттілілігін, бәрәдігі мөлттіға көттілілігін. Нәхеленияға табистен күнді бар. Нәхеленияға концерт көттілі, концерт, спектакл тұрағын. Жоғы тұрағы құрылғы бұл. Оны бұл коллективка, олыған коллективка, сұғыңа. Үләді бүтірі құсын, бұты серігер түгі жонығыр көмілі құсын. Людмила Панкратиевна, вы прям вот после окончания сразу занялись наукой, да? Ну, я хочу сказать, что пока наши ребята служили, достаточно много народу решили все-таки начать свою деятельность с научной деятельности, да? Тем более, что в эти годы, во-первых, у нас на старших курсах приходили к нам сотрудники Института космофизики, тогда одного из ведущих институтов вообще в Якутии. Они нам какие-то обзорные лекции читали, потом устроили у нас отбор и выбрали наиболее, как с их точки зрения, перспективных для работы. А во-вторых, в эти годы создавался Институт физико-технических проблем Севера. И поэтому
конечно, физики, особенно физики, после окончания вуза пришли работать в эти научные учреждения. Ну вот я немножечко подвела статистики. У меня получается так, что из физиков 63 человека она закончила. Нет, 20 человек пошло работать в научные учреждения. Вот, из них 7 человек в космофизику, 8 человек Институт физтехпроблем Севера, 2 человека, и они так проработали там почти всю жизнь, между прочим, вот кто туда пошел, в Институт геологии, там была лаборатория спектроскопии, у нас давали на физике эту специальность. 2 у нас остались в университете, а потом к ним еще присоединилась Сивцева Настя Аргунова. И 2 у нас получили научные степени, работая в других научных учреждениях. И, в общем, у нас получается в нашем выпуске 3 доктора наук, 11 кандидатов наук. Mm-hmm. Причем, ну вот, доктора, начну, конечно, с присутствующей здесь Евгении Исаевне, она кандидат психологических наук, а доктор педагогических наук. То есть у нее 2 специальности, mm-hmm. да? Наивысшую степень, мне кажется, все-таки надо отметить, это Петухов Станислав Иванович. Он доктор физико-математических наук, и он руководит лабораторией в Институте космофизики. Более того, я хочу сказать, что он воспитал 2 кандидатов наук. У него с ним работают его 2 детей, которые защитили эти кандидатские степени. И 3-й наш доктор наук – это Иванов Василий Алексеевич. Он доктор технических наук. Он всю жизнь проработал в Институте физтехпроблем Севера. И у него большая школа теплофизиков. Вообще наш курс отличается разнообразием. Конечно, у нас вот народный писатель есть Якутии, да? У нас народный учитель Якутии. Про учителей я считаю, что вообще это отдельная статистика. К сожалению, я ее не занялась, но надо подсчитать. Достаточно много у нас много, и заслуженных, и народных. Много на математике. Да. Но среди нас есть кандидат социологических наук, кандидат биологических наук, кандидат экономических наук. Вот мы пригодились в очень разных направлениях науки. И большинство тех, кто вот в науку пришли, они так и остались. И должна сказать, что те, кто пришел в школу, те так там и остались. У нас несколько, по-моему, директоров школ было. Я сейчас не припомню, Коля Лопатин был директором школы, наш староста. Олег Сосин. Олег Сосин, ну, это отдельная песня, он у нас выдающийся, да, директор лицея. Рома Кычкин, Коля Горохов. Да-да-да. В основном Люда рассказала про физиков, да? А в то время, вот как раз 70-е годы, начали открывать вычислительные центры. И там потребовались математики, потребовались вычислители, те, кто понимает в этих, значит... Туда ушли. Программирование, значит, очень много практически вот было выпускников, человек которые 10. Пошли работать. Вот, например, Лилия Юрьевна Щапова, она одна из основателей нашей статистики, той службы, которая сегодня практически ну, без статистики никуда. Да, Анатолий Степанов. Аналитики. Да, Анатолий Степанов. Ира Олесова. Они в статье... Или вот мы сейчас вспоминали про Галю Скрябин. Руфову, да? Да, это же банковское дело, это не только Галя Руфова, это еще и Люба Олесова, например, да, Любовь Буслаева. То есть практически вот то, что касается вот подготовки кадров вот в тех направлениях, вот мы говорим о нашем вкладе. Я думаю, что действительно очень такая существенная, видимо, с нами проводилась такая работа, что мы все это очень сознательно понимали. Вот мне ребята вот говорят, меня почему-то на 4-м курсе избрали секретарем курса, ну, комсомольским, да? И на 5-м курсе к нам пришел молодой министр Николай Иванович Шарин. Позвали нас и говорят, вот давайте это самое. Вы должны понять, что на Севере нет учителей математики и физики. Мы должны туда поехать. И поехали. А я ходила, сдавала английский. Должна была поступать в аспирантуру. У меня руководитель Михаил Павлович. Я уже готовилась. Ну, что делать? Ну, молодые же, не совсем понимаем. Это я специально говорю для молодых людей. Я вышла и выступаю на этой конференции. И вдруг до меня, вот там, на трибуне, до меня дошло, что раз я всех призываю, то сама должна в первую очередь ехать в Арктику, на север. Мне потом Петя Ануфриев говорит, Эфиля,
Фигр чуть не заплакала. Что с тобой случилось? Мы говорит, сидели, тебя так хорошо слушали, все хорошо. И вдруг у тебя говорит, на лице такая гримаса, а это осознание пришло. Что к отца надо ехать? Я, конечно, поехала. Когда мы заканчивали, так? И в статистике долго работал Анатолий Степанов, Толя, он работал. Он работал в МВД, он ветеран МВД сейчас. Он основал там свою систему. Так? Ира Олесова, полковник налоговой службы. Она тоже наша. Кстати, у нас полковников много. Вот видите как. Геннадий Васильевич, где Эн Ханнер Лявкини? Я говорю, это работаем. Он на твердом беслу лятом, я говорю, Арахпака. Тел беслу лятом, он на то скула вернам. Оскула Алтас-Кластан Михайлович Алексеев, Бастака, народный учитал Юрепита Вихине. Тел кине даны влияние того, он на Иванов Николай Федорович тен классово татвит математик. Он на этом математика в этом. Михайлович, что там Вихине и на раз говорил Юрепита. Ергей Ёлкану, Ору и Тахавана. Дердюра ракета, которая не горена ровно, Алтамбир Лахатан, космонавтика, космос, хоть его лады. Она Хангарар, Дед Мороз. Хангарар? Хангарар, Дед Мороз. Уявили его лады? Уявили его. Вот он, бидда, күлі болта. Биремәксін, Аханистана, Бейдора, Олаған, Хагадилна, Нагадлэд. Он той бит, өмірімәксін, төспіт. Да палкатна Дед Мороз пехирем бартуль тоняста. Дед Мороз катар бартуль. Дед Мороз катар бартуль. Она хай. Соуяр бы, мирах соуяр. Она хиги, ту хайта хара рор бакоти. А там микрофон тухтил. Микрофон на так грам кавитали хигар уран. А я ган хигар усчаби микрофон грам кавитал уран это бит. Она рубна я гатта хага таксар уртук балладе. Он не кер воладрар. Там я гандрю, что того ден оно такой дурго, но он мана уорга дыханью ретерет. То бар таби и вяти либит на уорга баллах, таки не халаярер. Он тон минюрерим ден мин оруну вяти седи хиртах на уровна кинна народно уста балта. Он таби и испитнен астаде бар такар характеристики тон то туман тято дюкмюне. Там ин юхабли хама едар оруйнуевдисе, хюльбет оғоспар оруйнуевдисе болтам. Онтан партия орелян, онтан оскола бартын нюбитим сюдаке. Тоғысыл парағаватын оскола директор дэбидим. Мин бастан киреп баттыгынче 200 оғола оскола дэ. Улухан оскола. Онтан қаддақта бейкей алайы оғақтан начальный осколаны тұспар арбадым. Иннегенан республикаға оғатоқ. Тухнан начальная школа бар болды. Бехевалла она бейстенер верді, начальная хок. Средний звон университет, осколонлык, амин трейнай бар болады. Онтан долгын оба алай франса, мен народный учитал, бастыгы народный учитал, хақа ергер. Эхе білуге вообще үш народный учитал. Оны, ол бағылай франса, мен кіттекке хыл бергелі ләппет. Онтан пизмас школа тухнан арақсан бар бұта. Республиканский был бы-то. Барага бы сходит, тухнан осколы рақсан баддады. Он там потапап, и ты хаган народный учта болады. Виктор Филиппович. Улахан юрию болады. Ол, беге осколы нөбітерер бітігер, бастықы пизма класс арылы бі-то, механды бі-сарай бі-то. Онна бастықы пизма класс көрімек кейді. Онтан ите тақсан. Тақсан үшталдылан, үйәвілі гимназияда үшталдылан, онтай де республиканский лицейге әкелен үләлі үйттер білген дағаны. Онай де үшталдылар,
Миллионеры дают хоть павел. Он дахай лохан. Он ноги ты. Ким Михаил Андреевич, когда блин биолог креативный, ты республика была под тобой. Он ты Михаил Андреевич, биолог креативный, только дах кевики. Геннадий Васильевич, он бен, верно, Челеркин. Бюгнат, ты концепт, ты кем не рай? Мен. Эноскулат, там так вот. И керахил рядовую столлаву там. А то директор дирке был. Директор дирке мер баллар ба болды. Бета школаны улах на отлично үйренен бүтер бит. А он истекка 3 жыл отлично табыт. Ты наука та бар батақыны? Онтан кергеннен оғылына 6-10 жылдағы ыл бұт. 3 жыл болды. Бұл бейін 4 жыл бұтгар. Барды бейлге олар бұт. Әмге жұтал кергенін? Оқ, біраз. Наш факультет физмат – это самый спортивный факультет в университете был. А я был капитаном команды бессменным. И поэтому мне приходилось ходить в наш медкун и постоянно подписывать разрешение на выступление в соревнованиях. А моя супруга работала медиком. И я должен сказать, что у нас действительно уникальный факультет был. Мы вот раньше, значит, проводились... Множество эстафет. Вот на призы газеты «Социалистическая Якутия». Бегали, на, да? Да, бегали. На призы якутского газеты «Якутский университет». Сейчас, например, вот на призы газеты «Якутия», да, они проводятся между институтами. А в наше время они проводились между факультетами университета. И наш физмат, он был бессменным победителем этих соревнований. И вообще с физмата можно сказать, что больше половины сборной республики состояла из нас физматов. Вот удивительно, вот, да, физика, математики конечно, больше всех. Вот поэтому все такие да, умные, потому что тоже, да? Это спорт, это же очень важно, Вася, здоровье. Я чуть-чуть перебью, да? Так, Василий вообще уникальный человек, уникальная личность. Он выдающийся легкоатлет. Он чемпион республики в беге на средней дистанции. Беги на средней... Это самые трудные дистанции. Он дважды призер универсиады в Ташкенте и во Фрунзе. Вот такой он наш друг, Вася. Да, поэтому вот, он и рассказывает. Он скромный, он не... Мог об этом не сказать, но я не скромный. Я скромности не страдаю, поэтому добавляю. Так? О, вот физмат самый спортивный был. Мы комплексные спартакиады все выиграли. Все выигрывали. А легкая атлетика, вот на призы СОС Якутии, так, эстафета. Из, не только физмат, из нашего курса, я сейчас поименно скажу, все были из нашего курса. Да, Кулагин да, да. Вася. Галя Болгова. Ваня Наумов, да. Валерий Кривошапкин, Вася Кулагин, Света Егорова, Галя Болгова, Дима Иванов, Вася Артамонов, Черных, Дима Иванов. Вася Артамонов, Дима Иванов. Это все вот из нашего курса. Не то, что первый, второй, третий, только наш курс. Хорошо, Василий Алексеевич, дальше рассказывать. Ну вот вы потом встретились... Ну, вот и благодаря этому я познакомился со своей будущей супругой. У нас очень хороший семейный союз, у нас дети способные, выросли внучки способные. Внучка сейчас старшая, учится на дизайнера в университете имени Алексея Николаевича Косыгина. Вот мы сегодня упомянули всех почти наших преподавателей любимых. Но хочется сегодня упомянуть и нашего... маму, как мы ее ласково называли, нашего секретаря на физмате, это Людмила Дмитриевна Иванова. Вы не представляете, какое большое сердце и какая большая душа была у этого человека. Она буквально болела за каждого из нас. Особенно, когда кто-то не смог сдать зачет или экзамен. И она делала все возможное для того, чтобы мы продолжали учиться. И поэтому... хотелось бы от всех нас выразить и сделать низкий поклон вот нашей маме Людмиле Дмитриевне Ивановой. Спортивная у нас вообще, ну, можно сказать, сегодня легенда. Она не только вот легкая атлетика заканчивается. Лыжники тоже почти были наша команда. Лыжники у нас, команды, Филипп да? Петрович сам знаменитый лыжник. Вот хочу сказать про самого Филиппа Петровича. Да. А у нас волейбол. Команду у нас возглавляла Катя Никитина, да? Екатерина Семеновна Никитина. Но практически команда университета по волейболу была в основном тоже из наших. И не только по волейболу, так? У меня вот здесь
Вот триумф лыжников. А бокс, вольная борьба. Да. Вот в 69 году в городе Перми так, сборная ЯГУ по лыжам выиграла кубок унисиаду. Так, и из 10 членов команды сборной под руководством Золотарева Кима Степановича четверо физматовцы. Атос Кулаковский, Сеня Прокопьев, так, Маша Крылова и я. Так, вот видите, около половины. Так, по баскетболу Вася Мясников. Это не кто-нибудь, а отец заместителя председателя правительства Сергея Васильевича Мясникова. Он был в составе сборной ЯГУ по баскетболу и принял участие в городе Пензе, в универсиаде. Так, у нас были мастера спорта по вольной борьбе. Денис Горохов, помните? Чемпион мира среди ветеранов. Денис Горохов, Игорь Харлампиев. Так, он призер. По боксу Николай Кировогонец. Так, он призер СРС «Спартак» по боксу, чемпион республики. Вот. Не только вот по легкой атлетике. По легкой атлетике это совсем другая тема, понимаете? Вообще наши. Вот поэтому я всегда говорил и говорил, что наш курс очень спортивный был. А вспомните физики Карла Макарова. Yeah. Карл Макаров, он чемпион республики по биатлону. По биатлону. Mm-hmm. Он входил в состав сборной республики. Mm-hmm. Карл Макаров. И работал потом в институте космофизики. Совершенно верно, да. Олы синтерегіне кепсетті, бейансыл анырат түгер бол бұт бүтігеннері, білген өйдіген келері. Әмеді ұрақынларда, отын әмеді ғаны бұ, қайдақары аға, интерегіне онны бұллағаны, білген тұрыр еті кепсергетігер әйге ол кеме өйдіген ағырғыт орды күнді боллаға дей. Чотауағу әдір үтшат, қайдақ үйнянар әдей. Тұғына манна қолабыра. Беги, я в 67-3 группа была, из группа, физиктер. У нас Васильева Клара Степановна Лын, Клара Лын. 19 мая это день рождения. Ну год один на один год отличается, но день 19 мая. Где вы были гамы, где куре гайд дергамы, где саскалер, нюргун тахсарками гер. Беги, трябва кумит. Сылта құрды өпті. Я бар мұштан бұран, еті өтшелерге ола дача ең ағыяқ. Чөчір мұран, қатын үрек, еті қораттағы тағыстында барта 5 чакда барта шөйді шөй қонуылар, барта қатын чаран, шөйді шөй айылға жонна састы. Еті барына петімді майопқа жәнде барабыт, шөй байды. Өтшелерге ол шашлығын және үйдәбі өпі ұақ бағылайды ара. Бары бит эди үйдә бәпин тогыры. Кайтар эчә мәгәнтән пирожки онны мәне кыра печеньеңе натылган бара, лимонад атылган бара. Волейболлагын, яңягын, футболлагын, яна лапталагын әкрет хиҗә аңгы бәу була. Иде очоларга очолардан Петрова райсы Никентьевна Петрова районга заводил это. Киниканики строй тряк комиссар это. Кені бола үйетін тұқыр бейтін факультеті ғар методика преподавания физики кафедраты ғар үлін кәлі. Аджығайда әлбә кінігені тағады. Кені бола ғана бір үлеті ген бұл бігігі университет епітіттен 1904-1905 сылдарға әрігі баран өлбіт, әргілін кәлбіт, преподавателер, студенттер, историяларын, кінлер, памяттерін увековечивание дел. Уйти тиге, а я хочу улегнуть бы. Он не любит книги, не дает арбата, но это меня еще и Евгения Саевна влюбила. Он был бы факультет, потом отделение, потом был сердце, бы книги для этого арбата. Люба Егорова, Вика, Клара, бу первый том, и кистом, а холо физико-технический институт, тем бу. А на туран бу незабываемые годы, день бу нагачугай. Бей факультет, потом баратын сыддатар, строительный отряд баратын сыддатар, учвейкен книге. А ну бы в душе мы все студенты ем бу фотоальбом книге. И ты тюддюн без ладдака. А ну бы развитие физического образования россиян бу. А ну туром бу вот все-таки она вертится планета ССО-1.
студенческих строительных отрядов. Бо Алтоне, те и китайцы уже те лата студенты бионцев на горло. Бо никинти сегодня сибся бы он надя хамай комиссар, бот хамай его студенческого отряда командира. Билингянга дерекини бо манабаратан кетер, а дякада бы профессор бот. Каники бо Евгений Саевна ректор дирекини профессор дар. Совет тарин председатель нагадюдади. Наставник. Тем но ну тук тен яме куддуга мебу Иван Михайлович Павлов тен серии кытылага оюнска переметен лауреата бу Якутяне Вржевске Вяземских сражениях тен кинигатин үстө тахаттады бу бихи. Бу Ржев Вязьма коротарга баранол бит икки тынчаттан тахсаса касалдаттарын аттарын уэтитиге. Мен бу аспасайын некоммерческая организация может памяти Ржевса Хайкутиян Тремен онна председатель боламын ите билен. Эгин кыры-кыралан сыгар ябыт. Отыру кулын тутарга Ржев корат фашистской захватчиктартан босколомута агуон сылын толықта. Онна кыратык бәлемденен тибекеген бағаһан алақ. Отныне Елена Петровна Марин уверенчилерге туна тингебикер мен аджаха кен туттыр уверенчилер дахмын бәйем. Яра кепсер Николай Христофорович. Хамы кен туттыр уверенчим отын үгүскү билегат нюргусы мен эчтиме фиептен. Бу моёга эне дерсагар бейе кэккавититтен барахтавыта. Илтюмен председателінен үллэвіті бу хақа эргар хақа үтчета алмаска кейлитін эти Сунтартын Яковлев, Нюрбаттан Антонов, Анатолий, эти Нюргун Тимофеевде хағылап толаттар боладын. Ларионов, Владимир Петрович тын, ябары Михаил Ефимович тугунан. Эти хамы кен туттыр верен ачим, кене мен ошкола верен ахырттағына Новосибирская заочная физико-техническая школа дене юный техник тен журнал барды. Ол журнал на нынге задачалар ход там. Оно Нюргун хоргор бұдук товарстыр гаратачи. Ол аттар хамы главная физика задача тен ход тургерин. Эчоғаны хе олық-олығына оқтын өлен бере қысуға дейін. Колор блин нам улом балыктара балга юри иникентевич олох баштын күндөрүн ачим блин балыкты олорор дима каряканнен балык нам улом балыга ме өрүн ачим Александр Павлович блин тыгайство те министри ме өрүн ачим урку нам балыга итүгүрдүк европада олор бунан аджахай кен туттабын эседаны Борис Афанасьев тен Андрей Рязанский ген Анастасия Ушницкая ген бары Бу народ Борис Афанасьев юрак министерство тер дистанционно били бастан тух киритерилляви теди. Он ну к юрначилер бинен ишугай. Се пахани как это проявишь, когда ты юрначилер нен кен тоттар учтонун ляви чонор это хаян даган эти ник сана бар оттон. Бүгүн биги бири битер се куяр сетиминен бияха кыттыгар Сахарис Бургут Народны учутала Сунтартан Олег Константинович Сосин. Он же кини ме бо кайдах юремитин, кайдах бы Даниил Бытын учутала бутун нараха блин кылгыстык ахтанагар болухта. Алтон Сатталакка физика менен факультетка ягуга юрак кирбеппер. Тоочолорго горапыт наулахан наугата жугускай сүстөн тахаратын чакелагата. Вот университет болдагына Манеге юремет корпус бут кара дьяурбута тух рахта кеминаги ушириша эте. Вот онна сылагара юренеммет тухка эти санга билген главный корпус университета диен улхан диага юрен котен сбегир биппит. Алтуан агысыл январь тух манеге игар. Вот онда келбиппит игар. Жолдук чакчы университетке үйрөнөй деп өттен сана оно үескабите Улханбай де Улханбай аудиториялар кабинеттер үчөй туук расиде физпрактикум мыытар деген лабораториялар деген бар болуптара набетини студенттер на үйрдү бите анан булдагына
университет история тигар и тылдар аувай сылдар этилер. Того не дебины. И те, то хаман, и те, эпиды курдук университет, корполю акир битэм, он тон ровно бейер энеркем битигар военный кафедра халлы бута. Ол анна 3 сыл веренем бит, 4 сыл веренем бит, он Сретенская ден горакка, Амурская областка, и кейдах, докторы, зюре учения, сбордеры, барамбат, лейтенант звание толбопыт. Она была имеет и университет истории тир Амманайге выпуск болдыр, военной кафедры кене. То он на бейгеттен сағалымыта, тетуах, строитриаттыр. Манайге строитриатрякка бейде опыт Софим. Софим 67 ден аттамыта, то он тоқта опыт. Раз, эти группы Михайдыган раз атын-атын объекторга, атын-атын нәйлекторга елеле аппет, а так беге болдағына елеле аппет, атыр аппет, бедемеден, мяхалас, бөйелегер, бөйелегер, икет аштақ масы школа тұта тұралдар әте. Ол асколаны, асколаға ситәрі, кені еті тұтуыны ситәрер елеле аппет. Оның болдағына қайдағыра, бірі, Москва тут тут вот один день, санага чё и бывает, то у нее дербо, дерги дамбут, уля тата глаир бут было когда мы брали, другое кара бут былах, только оньян раз тохтарга мероприятие ретериен, тохтарган улахтах ялларга камелехен, холбре бирелга, улахан бай подвал то попут, вот ребят тасуттунен, так тох кем бутунен. Оно тоқтар болдағында, иде бөйелек тоқтара жандыра бейхана амақтан алдар әді. Өрге дылы осқолда тоқ юбилейгар, осқолда қанды көре мероприятия дегар бетінде көре тұрбыттыра. Иде строитер аттарына әлбеқ саналары қалдырдылар. Вот ол кәнеттен дөсемелілі әппетіне қанам болдағына. Бұ мирана бар, бұ университет бетінел бекі үйретті. Бей преподавателдар бұд, товарыстар бұд, еті рас тоқтар бұд, физико-математик факультеттен физико-математиктар білгі өрімеп бұд, ұлғаны лекцияларға, ұлғаны аудиторияға атак болдағына, үйде бетінен болдағына тұспа-тұспа, еме аудиторияларға тұспа, тоқтарының предметтерін үйренек бұд. Атак болдағына білгі алтыр тоқтар бұд, мероприятия бұд нәлбеға дәді. Спортивные дағыны, обсы браниктар, тоқтары, тоқтарға, студентская общежитияға, бирула олырын, онында тоқ еді, рас еті строитриаттар егендер, военный сбордар еген бейдені қандағыра бейбетерін ашуға аттылар. Бұрын болданы бұл дөдағыны бейінді тақысыл асты, бейбетерін қытта алтыға дәбіт, группаларды ақпыт, ондықтан бардақ бұта кәлдақ бөтені көсуебі дегенде бет. Тоғында ұлқандық мәнда бар, бұл студенческі олық бұд бейхі көмілесіне ауы бата ғонсызлардақ. Бейі ұжы, оны ұқыдылы сәттөнік келгі бітер беттенінер, ұжы практически сүрпетшіл үлілімбет, үлілімбет, қақ рас еті тоққа ұлдыға тоғылуға төбе әмбет, төбе төбесті бет. Ол қынан баран, еті ұлдыңы тоғылуыны бейі болдағыны үксі бет, чабары да дейқасын, тоқтық ағарды бет. Біле қомай баққа, ұта баққа, соға баққа, тоқ бар, еті біреме бар минустары, рас көчөмейдері, проблемалары. Қадары бейге сөпкі кенерге реакциялы әмбет, сөпкі біле өлі бәдер қамдас бұдегар, етенде тоқтары рас қардылыры құрымыт, рас тоқтары салалары, тұн өлі халаларын біле қайдақ салы яққа сенегенден толкөлді әмбет. Наоборот, это Эльбек бар минустары плюска тоқтаты бұд, тағарды бұд деқа сініп. Оның болдағына менере болбадық, Эльбек мені бейінгі табиргі өрімет тоқтарым, отына курсниктері мені дейлері болу ден саныбын. Ототын онында етендікке болдағына түттіңен кей проблемалары бұғарыр,
вот что на сайденереб. Сайденереды, мен бен датахасулы қолғатта, оғылы өтеге, етеге өлілетім, оны болан олық, ұзы тоқтатым, ұчақ шонды көп. Төнен, кей болдағына, вопростары, проблемалары, барын ер толдубат, торығылла, анашылақ болдағына, енден өте көрер болдағына, мен анабыр болдағына, оқтын бұстан бербетіп. Оны қолғыры мен дүкіне үйретіп. Тауындаты бұ, әтебен деме, тұғыны тәліктеп әте, бары дарой болын, оғын өлеқ болын, онында тоқ бар бұландарғы перспективады барыда толдын. Білін тұрыр, бұ университеті бітерен баран тұға үлі ләбіт, ұчыталын үлі ләбіт, үксісілері тұға баралар бұл әді. Екетеріні бағанны де, кенір тұстарынан кепсе әрі кемнәғ, білі үлі үлі жалылар дұу. Оның үлі ләбіт әді. Бақтың үгістері білген пенсия тақсан олар олар. Олғын әмә кеханада бұл үлі састар әгер кенлер Имен деревнага, тоа си регер таксандар, едер ерчимнаг кемнерин бејлерин, улелерегер бејлерин, иделерегер, олус берени лехтик, ухонок улелебит, миргуерим тоалар бат, атерин тоа билер бине, атехман багарам. Окордук ким Герасимова Галина, Булгунјатака, Кандратиева Софија Тата, Новгородов Нюргуста. Габышев Василий Верхоянский, Егорова Светлана, меня хангалас мои школы на гачи дуэллянген, помою генерде, алохтан турабыт. Скрябина Марианна, кергена Скрябин Прокопи, имя Улялян, бракеден от Лекоспитте. Так, он Алексеева Мария, алох бухатур таңадылы. Блюге. Блюде. Яша Алексеев. Үләлән білін пенсия қалырар. Так, оныттың өрәғірі систематы Мариев Никифор Николаевич ұғындық үләләбітті Ленскайге. Оны Капитонов Иван, Никифоров Дима, Алексеев Яков үләләбітті. Шарин Николай Иванович үләләбітті системаға, ұшталынан дүй директорының үләләбітті. Люба Савинова. Управление үләләбітті. Света Попова, Тангулева бастан үлілебіті, ондан келін қораққа керен. Икіс немір тәқ школаға ұғынлық тақсылақтық директорын үлілебіті, кандидат науқ бол бұты. Стручкова. Име бір бігі кен тұттар күс бұт. Чехі текірдік ағын барыққа сөптіғі бағарар. Декі жүк, күнді доғыттыр бүгін бігігі бұ, бігін сылын рат түгер сақы күздарсыны университеті білігінде. Котоглулинги федерални университет, университетот битербит физика математичка и факултетот битербит упусних теркелен бо белерин олохторун бо сценичка кемнерин бо улелебит кемнерин он олохторун бо олохтартан бхатартан кепсе битере олус интерехне полодиане ивен биллиан турар биги бо санга жил юнер Кемгер қаяндағаны саңа сағақтар арьян арьер бұтығыр. Бейген небіттекі көрін история бұтын үйеретен онына білен тұрар, оттан же қайты қалғы олырубын ден ханыр бұтығыр. Бұ маңны кепсетейлер қаяндағаны надалар оны тұхалақтар дегені бұн. Оның же бейге бұ бүйіңі беребіт күттіғылақтыргар үсірек бұтеттен мақтана бұн, әйеқа өссі дағаны тұсалық құтығыр чеген тұруғы, дұрубияны, онына стегілері бағарабын кәлер береге көрсек қадері.